В новом выпуске 24/7 две звезды мирового бокса готовятся к одному из самых ожидаемых событий года. 49-летний Бернард Хопкинс намерен показать, почему он все еще один из опаснейших бойцов в этом спорте, несмотря на возраст. В то же время Сергей Ковалев укрепляет свою разрушительную мощь, чтобы показать, что у него есть твердое намерение сокрушить одного из титанов мирового бокса во время их объединительного поединка 8 ноября. Войдите в их жизнь, прежде чем они выйдут на ринг. 24/7. Хопкинс, Ковалев.